давно мечтала съездить в Киев. У меня прям вообще, потому что я по фотографиям смотрю, у меня очень много друзей, которые часто сюда приезжают, друзей, и все они тут так классно, весело проводят время. Я так завистлива, вот Инстаграм смотрю. И так мне хотелось, поэтому я очень рада, конечно. А аудитория классная. Девочки вообще прям нарядные такие пришли, и так много. Я, честно говоря, в шоке была, что прям такая большая, когда вышла, вот прям у меня аудитория, я не знаю, как будто я Ксения Анатольевна Собчак. А те, кто могут учить, обычно не хотят. А кто-то почему-то думает, что учить визажистов – это расти себе конкурентов. Это абсолютно не так, потому что я, когда преподавала в Петербурге, и, надеюсь, мы все-таки запустим, у нас найдется время, чтобы запустить школу в Москве, я выдаю все секреты. Я каждому подскажу, то есть у меня каждый индивидуальный, каждому ставлю руку, каждому отдельно какие-то моменты рассказываю где-то, потому что мне нужно, чтобы у меня были хорошие ассистенты, чтобы это было маленькая моя копия, чтобы я могла, если что, человека оставить на съемке со звездой, уехать на другую. И я точно была спокойна. И это точно не мои конкуренты, это моя семья. Самый идеальный для меня зимний макияж – это немножко серебристого такого хайлайтера, пигментика какого-нибудь на глазки, легкие реснички, отличные, широкие, прям красивые, ухоженные брови, ягодного такого насыщенного, прям брусничного какого-нибудь или черной смородины, темных, может быть, оттенков губ. Насправді це було дуже неочікувано, навіть неочікуваніше, ніж ви собі можете уявити. Але я зраділа такі можливості, думаю, що вона випадає лише раз в житті. Тому це, звичайно, це велика честь для мене – бути тут, бути моделлю. Скільки уваги для мене сьогодні. Хоча в звичайному житті я не фарбуюся, але думаю, після цього справді, взагалі, якось ніколи цього не любила, але тепер, думаю, розпочну, тому що такий майстер-клас, просто потрібно освоювати оце все. Известный бьюти-блогер России, визажист звезд российских там всяких. И она не боится поделиться, не боится рассказать профессионалам свои профессиональные наработки. Какой-то ее личный опыт, который можно применить и совместить со своим, и стать лучше, вырасти в своей профессии. Я очень много посещаю мастер-классов, очень редко мастеров собирает столько народу. Очень довольна. Я сама приехала с Харькова сюда. Безумно ждала, то есть заказала билеты еще месяца два, наверное, назад, как только вышло это все. Поэтому и я здесь, как бы говорю, то есть и готова была поехать, на самом деле, мне кажется, вообще куда угодно. Смотря на ее работы, мне кажется, то есть достойный по плане видения лица вообще в общем. То есть как бы то, что она на самом деле фанат своего дела, то есть это очень, мне кажется, ценится и очень оправдывается. То есть на ее работах это видно, это, вообще супер. Я тут, тому що я дивилась відеоуроки Єліни Кригіної, і вони мені надзвичайно сподобались. Вона справжній професіонал своєї справи. Багато людей говорять про красу, розказують, багато візажистів, але не так багато людей, які вміють це пояснити. І тим більше додати якогось трошки гумору до цього. Мені здається, це справжнє щастя для кожної жінки знайти людину, яка буде навчати її бути гарною. Так как я люблю хорошо выглядеть, я пересмотрела все ее ролики. И, конечно, захотелось мне Лену посмотреть вживую. Я в восторге, мне очень нравится.